Игнатий Тихонович, да. Вот, я вам с двумя вопросами. Давай. Значит, первый вопрос. Что значит «отрекись от себя, возьми свой крест и следуй за мной»? Ну, я понимаю, конечно, вот, ну, как я понимаю. Но вот хотела бы услышать вот из ваших уст. Ну, вот свое «я» надо узнать сначала. Возьми бумагу и напиши, кто я, во сколько встаешь, во сколько ложишься, как обедаешь, сколько тратишь на себя, когда молитва бывает, из чего ты состоишь, какие отношения с родными, с близкими, с детьми. Выпиши все и сравни с Библией. Что по Слову Божию? Отрекись от того, что можно. Господь говорит, не возненавидишь отца и мать, недостоин меня. Недостоин. А идти за ним, это значит поступать по его заповедям. А нести крест означает те страдания, которые Господь нам допускает, мы должны с благодарностью принимать. Угу. Все, в этом все. Тут никакой тайны нету. Ага, слава Богу, слава Богу. Вот второй такой вопрос. Может ли христианин отпасть от Христа и оказаться, ну так скажем, в Ветхом Завете? Ну, я вот слышала такое выражение, что если ты не во благодати, то ты живи по закону. Правильно ли это? Нужно ли с этим смиряться? Или все-таки нужно прилагать усилия, искать Христа и, ну, возвращать эту благодать? Вот. И если, допустим, христианин, ну, вот, своими грехами угасил Дух Божий, да? Как, ну, Господь, Он говорит, что верующий в Меня, если даже и умрет, оживет. Вот, вот как ожить? Ожить для жизни в Духе Святом. Когда будто такое состояние угнетенности, потерял родных, близких, там сам, ну, то есть скорбь за скорбью идет. И человек, бывает, затухает. Но поэтому ободрись. На ристалище бегут многие, но один получает награду на стадионе. Ни на кого не смотри. А то сегодня так. На молитву? Нету. Поститься? Не могу. Творить милостыню? Денег нет. Ты сделай так, чтобы у тебя все было. Молись, экономь, помогай нуждающимся. Вот здесь тут у нас собирается молиться. Ни одного не пропускай момента. Давид говорит, седьмикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. За суды! Не за то, что он добро, мы, ну, понимаем, все хорошо, а суды, когда судят, когда бьют, и тогда надо прославлять Бога, потому что этим он от нас лишнюю шелуху отбивает. Вот тут, тут тоже никакой тайны нету. Слава Богу. Ну, вот таких пока два вопроса. Все, благодарю. Мы все выставляем, вы не против? А? Мы выставляем разговоры наши в интернет, вы не против? Нет, нет. Ну, во славу Божию, держи крепко. Ни на кого, никого не смотри. Ты свое, Галина, делаешь. Господь говорит в Евангелии, считай, смотри, вникай и не отступай. Как молятся, никого не пропускай. Слава Богу. Все с Богом.